И вот наконец-то пришли мне мои перчатки блатные, которые я думал, что они пришли, а то была шапка. А вот они пришли. Долговато, правда, шли. Заявлено было 39 дней, дошли тоже за 51, но пришли на Рождество мне подарок. От Санта-Клауса и Деда Мороза, блин. Вот они. Ну, немножко я думал, что они будут темноватые. Но, в принципе, где-то такой цвет и был на сайте. Но если шапка, она там вот нарисована как темная, так она и пришла такая темноватая. Это немножко голубоватая, не синяя, но... Фиг. Это нафиг. Сейчас померяем. Перчатки с блатными пальцами. Вот. Якобы вот эти вот пальцы должны позволять нажимать на сенсорный экран. Ну, перчатки такие однослойные. Думаю, по 20-градусному морозу, наверное, прохладно в них будет. Ну, то градусов 10 должны, по идее, выдержать. Хотя, ну не знаю, надо будет поносить. В принципе, перчатки недорогие. И прикольные. Сейчас проверим, работают они или нет. Перчатки тянутся. Так, нормально тянется. Так. Пальцев 5. Ни 6, ни 7, все нормально. Китайцы не перепутали. Ну, прикольненько так. На руках смотрится. Сейчас потыкаем. Вот он наш подопытный планшет. Итак, тыкаем. Опача. Да. Прикиньте, китайцы не обманули. Все работает. В принципе, все отлично работает. Так что китайцы не обманули. Так что перчатки блатные пальцы работают. Не знаю, как она будет вымазываться или нет. Но швы тут такие какие-то не очень. Ну, что вы хотели, это перчатки за 30 рублей. Вернее, гривен. Так что, если хотите себе такие перчаточки блатные с сенсорными пальчиками, ссылка под видео, переходите и заказывайте.